я буду делать коктейль на банановой основе. То есть из фруктов у меня будет банан. А зелень, салат листовой, листики лимонной мяты и щавель. Сначала я добавляю в миксер порезанный салат. Немного добавляю. И доливаю воду. То есть вот эта первая порция, она должна хорошо измельчиться. И потом можно уже добавлять нерезанную зелень. Можно еще добавить воды. Все, измельчилось. И теперь я добавляю остальную зелень. Сначала салат. Хотя можно и чередовать. Добавлю бананчик. Остальной салат. И теперь щавель. Преимущество погружного блендера в том, что можно регулировать высоту погружения, листья не наматываются на нож, можно как бы контролировать измельчение. Остатки банана. Можно сразу весь. Банан мягкий, и он хорошо измельчится. Процесс занимает буквально несколько минут. И такой получается в итоге витаминный напиток. Если добавить больше воды, то его можно пить из бокальчика. Если воды меньше, то коктейль будет густым, и его можно есть ложкой. Приятного аппетита!